С сегодняшнего дня вступают в силу санкции, введенные Киевом против дочерних структур российских банков. В черном списке 5 крупных кредитных учреждений, связанных с ВТБ, Сбербанком и ВЭБом. В течение года им запрещено осуществлять любые финансовые операции, предусматривающие перевод средств за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц, в частности, материнских структур. Это касается, к примеру, выплаты процентов, дивидендов, денежных средств, корреспондентских счетов, распределения прибыли. Ухода с рынка банков с долей российского капитала активно требуют радикалы, они блокируют работу отделения. Президент Петр Порошенко фактически поддержал их требования, выпустив указ о санкциях. Несмотря на то, что эти финансовые организации работают на экономику самой Украины, приносят миллиарды иностранных инвестиций и дают 2000 рабочих мест.